Рейтинг, который составили специалисты сервиса Travel.ru, основан на данных бронирования гостиниц. В 2015-м число путешествий по России, совершенных самостоятельными туристами, выросло почти наполовину по сравнению с прошлым годом. За проживание в российских гостиницах туристы платили в среднем 3600 рублей в сутки, что на 75% дешевле, чем за рубежом. По данным сервиса, число путешествий по стране более чем в полтора раза превысило число зарубежных поездок. В Сочи, согласно рейтингу, средняя суточная стоимость проживания в отеле равна 4056 рублям. Как сообщили составители, в наш город бронировали поездки в среднем на 5 дней, в Петербург на 4 дня, а в Москву на 3. Великий Новгород, Краснодар, Пермь и Владимир стали самыми недорогими для поездок среди 25 самых популярных в этом году у туристов направлений. В этих городах за проживание в гостиницах туристы платили менее 3000 рублей в сутки.